Вот. Это непонятное животное, которое я могу называть кактусом, потому что мне оно почему-то похоже на кактус. Но это не кактус, это какое-то животное. Я буду называть его кактус. Вот оно сделано на вот такой штуке, которая едет трехколесной, вот. Чтобы оно не падало, вот. Эта штука приделана к нему. Выглядит он как кактус, вот, с ветками. Это руки у него сделаны как ветки, вот. Сверху одета вот шапка. Но шапка как будто бы ушанка и как будто бы одновременно с наушниками. Вот такие вот колеса. Колеса не крутятся, они тупо пластмассовые. Тупо-тупо. Поэтому вот как-то так. Сзади шапочка, вот. Непонятно для чего вот эта штука. Да вообще живая, дикая, непонятная что-то. Потому что у меня прям слов нет. Ну, глаза вот такие вот. Да и ротик вот такой вот. Поэтому для меня это как будто бы какой-нибудь кактус. Показываю сзади. Сзади выглядит вот так. Вот. Ну тут такая шапочка, вот. Это непонятная штука. Ну и все зеленые руки, вот. Так он как бы должен ехать, вот. Поэтому кому понравился этот кактус, ставьте лайки. Я обязательно выпущу еще другие видео. Спасибо всем за то, что смотрите мой канал. А если это вам как-то вот так вот, ну, непонятно, что это такое вообще. Никогда ничего подобного не видел. Поэтому, кто знает, что это, ставьте лайки. Потому что я, чем больше лайков получу, тем быстрее вероятность, что мне похоже что-нибудь вылезет в Ютубе. И я смогу узнать, что это такое вообще, вот. Потому что иначе я никогда не узнаю, что это за персонаж такой, вот. Книга, он вот так вот выглядит. Тут две дырки, вот. Тоже непонятно, для чего эти дырки делали. Сверху шапки тоже вот две дырки.